Здорово, ребятки! Меня зовут Адеев Азат. Я сегодня стою перед этой доской уже четвертый раз, но не для того, чтобы вам что-то рассказывать, а потому что сегодня настало 29 мая. Ну или, может быть, вы смотрите это видео 13 июня. В любом случае, настал день перед экзаменом. Завтра вам в любом случае надо будет сдавать ОГЭ по физике. И сегодня, безусловно, день, когда невозможно избавиться от некоторого волнения, если оно у вас есть. Я знаю, что есть люди, которые вообще не волнуются, но большинство волнуется. Я сам очень всегда переживаю над экзаменами, даже к которым я очень хорошо готов, или даже к тем, которые там мне особенно не важны, как я думаю. Волнение все равно есть, и от него сейчас никуда не избавиться, но можно правильно относиться к этому волнению, потому что это волнение не должно быть для вас страхом. Это волнение перед тем, что вы наконец-то добрались до этого дня, когда вы уже пойдете на ОГЭ по физике. Я сам сегодня очень волнуюсь, когда записываю это видео. Я очень жду результатов, но я не боюсь этих результатов. Я наконец-таки дошел до того дня, когда, ребята, вы, которые готовились, которые вкладывали свои силы в подготовку к ОГЭ по физике, сможете реализовать свои знания и потом расскажете о своих успехах, о своих баллах, от тех, которые вы получили, которые вы хотели, и мне будет от этого очень радостно, и вам тоже будет от этого очень радостно. Даже не сомневайтесь в том, что те силы, которые вы вложили свои для подготовки к этому экзамену, те силы, которые вы вложили для развития своего мозга, увеличения объема своих знаний, которые в нем хранятся, то, что они завтра точно окупятся, и вы сможете их реализовать на экзамене. Я уверен, что у вас все получится. Главное, что вы должны сделать, это прийти, решить задачи, написать их в бланк ответов, правильно все оформить, сдать работу и наслаждаться оставшимися экзаменами и отдыхом, который вам предстоит вкусить летом после этих экзаменов. Я надеюсь, что на момент выхода этого видоса вы уже все, что нужно, подготовили себе на завтра, разные молитвы в кармашках, формулы у вас уже все повторены, все уже сделано. И сейчас вам остается заняться только тем, чтобы отдохнуть. Можете зайти ко мне в мой телеграм-канал. У меня там будет и в мае, и в июне стрим в телеграм-канале. Ну, просто обычно посидим, поболтаем, там поделимся своими впечатлениями, зададим какие-то финальные вопросы перед ОГЭ. Но я бы на вашем месте сейчас уже не стал париться. Сейчас нужно отдохнуть, расслабиться. Можете вот зайти расслабиться в нашей компании. И все, выспаться перед завтрашним днем. Я уверен, что у вас все получится. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, делитесь там завтра своими результатами. Мне реально очень интересно, как вы сдаете, какие у вас ощущения, какие там были задания. Обязательно расскажите мне потом в телеграм-канале. И, конечно, там для вас, для тех, кто выпустится из 9 класса, пойдет в 10, будет куча всего полезного, потому что у меня есть еще курс до 10 класса, где мы хардкорно ботаем ЕГЭ по физике, так что чтобы в 11 классе идти уже не к 70-80 баллам, а к 90 плюс баллам, чтобы вы могли идти. Поэтому заходите, я вас там тепло приму. Всем завтра неудачи, потому что удача желают неудачникам. А вы удачники, вы сможете. Come on everybody, put your hands up. Я вам желаю завтра сосредоточенности, хороших заданий, тех лабораторных работ, которые вы умеете и хорошо делаете, тех задач второй части, в которых не будет в качественных каких-то суперсложных непонятных вопросов по оптике, вторую часть на КПД, на электричество, так, чтобы все было у вас прекрасно. И до встречи! Я буду ждать вас в телеграм-канале, здесь, на своем ютубе. Бомбите завтра ОГЭ. Пакетово!